Юрий Голиков, как и другие молодогвардейцы, в дни всеобщей изоляции работал как настоящий ударник. Вместе с депутатами, сотрудниками администрации и членами общественной палаты он помогал развозить продуктовые и лекарственные наборы нуждающимся, участвовал в благотворительных акциях. Считает, период пандемии показал, насколько сплоченными могут быть ребята, которые действительно заинтересованы в том, что они делают. Заканчивается пандемия коронавируса, у нас открываются новые возможности, придется составлять планы мероприятий, продвигать инициативы по новым мероприятиям. Именно эта тема стала главной на встрече молодогвардейцев с единороссами. Все они обсудили итоги уже проведенной работы и строили планы на будущее. Вот только на этот раз партийцы предложили молодой гвардии проявить инициативу. Мы должны понимать и календарь всех наших мероприятий в округе. Ребята готовы участвовать. И нам бы хотелось просто, чтобы это была интересная тоже для них работа. Мы хотим услышать обратный посыл. Лариса Лазутина рассказала, что в сентябре ребят ждет интересная поездка в Мособлдуму. Это пока отдаленная перспектива. Ну а ближайшая встреча, на которой молодогвардейцы смогут высказать свои рабочие предложения, пройдет уже через 2 недели. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».